Привет, 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 песеры, с вами Морж. Подустал я от обзоров на фиалки, поэтому давайте вернемся к иконикам, тем более в четверг вышли у нас иконики Баварии. У Баварии достаточно много иконик игроков, поэтому, если вы думали, какой клуб собирать для матчдеев, я бы сказал вам, Бавария, классный набор игроков, плюс Бавария партнер Канами, поэтому всегда пригодится. Ну а у нас сегодня на обзоре Элбер, не слишком уж популярный нападающий в нашей игре, тем не менее он достоин внимания. 92 он имеет на минимальной прокачке с эмблемой, без эмблемы будет иметь 89, и на максимальной прокачке имеет 97 с эмблемой. У нас две версии его карточки, вернее, точнее говоря, три, я бы так сказал, да. Одна у нас легендарная, с максимальным рейтингом 91, далее у нас есть старая его версия, которая имеет стиль лис у ворот, ну и в этом году версия вышла, которая у нас охотник за голами. Именно охотника мы и будем рассматривать, потому что для лиса, мне кажется, его статы подходят не совсем. А вот для охотника вполне себе. Итак, 182 сантиметра роста, 79 килограмм, вполне себе крепкий товарищ. Умение атаковать и реализация практически на уровне его общего рейтинга, что для центрального нападающего очень даже круто. Контроль мяча, скорость дриблинга и удержание вполне неплохие показатели имеют, 89, 89 и 92, пас низом 80, пас навесом вообще печалька 73, поэтому Элбера все-таки стоит рассматривать именно как завершителя, даже как парные центральные нападающие, к сожалению, хороший пас он не выдаст. При этом неплохо играет головой, неплохо прыгает, а вот штрафные ему, как и подкрутку, не завезли, 81 подкрутка — это беда. То, что штрафные не бьет, ладно, есть кому бить, но вот то, что подкрутки нет, это, конечно, проблематично. Имеет очень даже неплохой корпус для своих физических параметров, 88. Также имеет очень даже неплохой баланс, тоже 88. 86 выносливости. Иногда хватать не будет, уставать он все-таки будет. И не самый быстрый он у нас. 86 скорости и 87 ускорения, сами понимаете, не охренеть какие цифры. При этом достаточно неплохая сила удара, 94, и великолепная слабая нога, 4-4. По навыкам есть у него финт-ножницы, есть у него сомбреро, есть проброс между ног с разворота, то есть три финта. При этом удары с подсечкой отлично, дальние удары отлично, акробатика отлично, игра пяткой отлично, удар без подработки — обязательный навык для центральных нападающих. Также есть рабона и штатный пенальтист. К сожалению, нет боевого духа. Но давайте переходить на поле, расскажу вам, как этот бразильский парень чувствует себя у нас в PES Mobile. Итак, вопрос, который наверняка вас всех волнует: является ли Элбер ошеломительным игроком? У меня теперь ошеломительный будет любимое слово, буду использовать его реально при каждом удобном случае. И на него мы тоже ответим, давайте сначала немножечко поговорим про историю этого игрока. И на самом деле легендарным я его не считаю, как и вообще в принципе супер-мега значимым. Для Баварии, да, это, ну, достаточно весомый игрок в принципе в клубе, но не более того. Начнем с того, что его карьера началась в Милане в 90-м году, ну, профессиональная, я имею в виду, где он 4 года просто просидел на скамейке и сыграл 0 матчей. Само собой, в тот момент там было голландское трио, Ван Бастен, Гуллит, Райкард, ну и, короче, у Элбера шансов особо и не было. Но 4 года просидеть на скамейке и не сыграть ни единого матча — это, конечно, круто. Вот. Его расцвет пришелся на Баварию, 169 матчей, 92 гола, и на самом деле стал он известен благодаря тому, что первым в Бундеслиге начал играть в белых бутсах. Ну, такое себе достижение, как по мне. За Бразилию отыграл 15 матчей, забил 7 голов, сами понимаете, для Бразилии, ну, это абсолютно ничего. Тем не менее, у Канами получилось подписать с ним контракт, и он появляется в качестве икони карточки в нашей игре со стилем охотник за голами. Что ж хорошего про него можно сказать? Как я уже выделял, у него великолепное умение атаковать и реализация. Я считаю, что для центрального нападающего, если умение атаковать, реализация близки к его общему рейтингу, это просто замечательно. Если больше, то вообще прям топчик. Тем не менее, здесь все с этим делом очень хорошо. И честно вам скажу, Элбер в игре мне в принципе понравился. Ну то есть я не нашел в нем прям каких-то таких дичайших минусов, которые бы меня заставляли, короче, гореть мою пятую точку. Вот. А я наигрывал, я спокойно его наигрывал, он хорошо открывается, он хорошо пробивает. Да, у него нет там супер-мега-пушечных ударов, как у условного Ван Бастена или Батистуты. У него нет супер-мега-скорости, как у условного Рэшфорда или Румениги. Но я бы и не назвал его
футболистам вот прям топ уровня. То есть до имбы он само собой не дотягивает. Но в матчдеях за Баварию, в матчдеях за Бразилию он действительно хорошо себя показывает, при том, что у нас бразильских центральных нападающих, ну, в принципе, не так уж много. Да и у Баварии, ну, по сути, Лёва, Румениге и Элбер, ну и все. А так, и от защитника он, в принципе, оторваться может. И пробить может. Хорошо вставляет ноги реально там, где особо даже и вставить ногу, в принципе, некуда. А он вставил, забил и делает таким образом результат. Так что, действительно, ничего плохого по этому футболисту сказать нельзя. Да, скорость и ускорение 86-87. Мы привыкли к тому, что у нас уже 99-99, но это уже условности нашей игры. Элбер, к сожалению, этим не похвастается. Зато он похвастается неплохой силой удара, неплохим корпусом, неплохим балансом. Вот он, в принципе, везде неплохой. И этим, наверное, все сказано. Да, по навыкам, я считаю, что там условный штатный пенальтист не особо нужен, как и Рабона, к сожалению. То есть, если бы у него там был боевой дух и что-нибудь больше на удары, мне бы показалось, что это было бы поинтересней. Также ножницы и сомбреро. Да, хотелось бы вместо них обводку двойным касанием, допустим, или скрещивание, или что-нибудь в таком роде. Было бы поудобнее. Но вот ругать, мне честно, эту карточку не хочется. Мне в принципе, он понравился. И вы знаете, я говорю всегда именно так, как я чувствую игрока. Здесь нет никакого... в мою сторону ни негатива, ни позитива от того, к какому клубу он приписан и как он себя показывал в реальной жизни. Я рассматриваю именно модельку в игре. Поэтому стоит ли его выбивать, если вы именно собираете мега-супер-крутой топ-состав? Нет. Это не топ-форвард, назовем это, форвардом второго эшелона. Вот я бы так его охарактеризовал. Поэтому стоит лучше оставить деньги на Румениги, Решфорда, Фарлана, из фиалок сейчас поймать Холланда, поймать Криштиана Роналду, вот что-то в этом роде. А это такой спокойный форвард второго дивизиона, который не будет светиться в вашем основном составе, но за которого реально можно приятно покатать матчи за Баварию и Мюнхен. Ну, либо за сборную Бразилии. Так что ловить или не ловить, конечно, каждый решает сам. Но если вам нужен именно топ-форвард, я бы не советовал. К сожалению, Элберт до топ-форварда в наших реалиях игры сейчас не дотягивает, даже несмотря на рейтинг 97. Даже 97-е игроки есть гораздо более интересные. Это будет просто приятный парень, который, кстати, получил прозвище Шутник, так что если вы хотите этого Шутника в свой состав, то, конечно, паки стоит пооткрывать. Вот. Но надеяться, что он будет царить так, как царит Румениги, Фарлан, Решфорд, ну и многие-многие-многие, кто еще, от него такого не ждите. Удовольствие он вам доставит, но разрывать жопу ваших противников он не будет. Поэтому ставлю ему спокойненько, просто за приятную игру, за действительно, не знаю, вот не знаю, вот просто мне было комфортно за него играть. Вот именно за это я ставлю ему 7 ошеломительно из 10. Вот, ну и с удовольствием почитаю ваше мнение насчет него в комментариях. С вами был Морж, пока.